Что-то не видно. Вот сейчас видно, Игорь Тихонович? Нет, не видно. Вот сейчас видно, так туманно. Ну ладно, давай, садись, вот так получше. Отлично. Ну я не буду каждый раз говорить, что у нас все записывается, выставляется в интернет. Не против? Нет, я только за. Ну все, я больше спрашивать не буду, договорились? Не, я же знаю, вы всегда записываете, я же вижу, со мной ролики выходят. Да-да-да, давай. Слушай, знаете, что... Да. Мы с вами уже на эту тему разговаривали. Ну, по поводу проблемы с родственниками. Ну, то, что по поводу веры. И у меня такое дело, я вот постоянно пребываю, вот никак ничего не могу поделать. Вот в сильном-сильном гневе. Почти непрестоянном. Какой гнев? У кого гнев-то? На кого? Ну, именно вот на ближних, вот. То, что вот они как бы вот препятствуют. Ну, а что препятствуют? Да, зачем же это гневаться-то? Ты наоборот лаской, вниманием будь. Я гневаюсь. Ты что говоришь такое? Разве Господь посылал нас, чтобы мы недовольны были? Не надо это совсем. Примут или не примут, Иеремии сказал Господь, а ты говори, свидетельствуй, помогай, узнавай, как-то добро сделай человеку. Еще да еще, чтобы больше этого не было. Нет, я такая хорошо, но просто, как сказать, они прям, ну, напрягают, ну, прям, ну, никак, надавлен. никак. Ничего они не сделают с тобой. С тобой Господь Бог, если ты верующий. Чтобы они это видели, что перед ними скала, которую никакой бури нельзя повалить. Спокойный будь, показывай, что ты движимый Духом Святым, а не просто дурью своею. А как это показать? А никак. Нормально живи, все. Вот я с тобой разговариваю. Нельзя этого делать, никак. Я гневаюсь. Еще раз, ты кто такой? Гневаться. Ты наоборот, где надо что-то принести, сделать там, почитать. Лаской, вниманием. Это же свои родные. Кто о домашних не печется, отрекся от веры хуже неверного, говорит пророк. Апостол. Отрекся от веры. Нельзя. Все, на этом кончено. Больше к этой теме не возвращайся. Будь тихий, смиренный, сам на себя в зеркало посмотри. На кого ты похожий? Ну? Какое выражение лица? Это же все они зафиксировали и скажут, вот он с Богом познался, тоталитарная секта, там, ты же такой гнев наведешь от них. Не надо этого делать, не надо, никак. Не понимают? Постись, молись, вставай вовремя, трудись и все. Даже виду не давая. Ну, открыто считай, открыто молиться можешь. Если препятствует, найди уголок, где можно молиться. Будь покорна чадо Иисуса Христа. А вот когда бывает где-то диспут, и там выступать можно сказать, но так смотреть надо. Прочитал какое-то стихотворение, место из Писания, видно, что ты серьезный человек. А не просто... Одна, там что-то было, такой вот молодой, а он не знает ничего. Ну и на охоту-то ходишь, она спрашивает, там девчонка одна, хожу... А скажи, что такое по математике дробь? А парень-то думает, ну я скажу, дробь это числитель, знаменатель. 5 разделить на 3 там. А он сразу говорит, ну если там 3, так это значит не на бекаса. На бекаса надо 6 номер, а на волка 1. Там должен быть дробь такая. Как грохнули все смеяться над ним-то. Он не понял, но понял, что в лужу сел. Я, говорит, решил, сейчас обматерю ее и сразу уйду. Последнее уже. Сил никаких нет, а я обматерю и уйду. Разве так можно? Никак. То есть, ну, всегда смиряться, в любом положении всегда смиряться. Смиряться, не отвечай всегда. Говорят, ну и что, сотвори молитву. Не старайся ответить, не оправдывайся. А если ультиматум поставили, ну возле двери встает, ну, мы тебя в церковь не пускаем. Нет, это другой вопрос. Тут уже разговор другой. Сказали, можно не выходить, не выходи, сиди. Тут надо конкретно смотреть. Вот у меня в университете я вел занятия, и парень говорит, меня родители не пускают. Почему? Потому что зима, темно рано. Они о тебе заботятся. Я говорю, последний раз больше не приходи. Кто рядом живет, днем у них возьмешь, что записали, я же диктую. Вот так. Родители тебя любят, я говорю, а ты тоже вот такой вот герой молодой. Илья Муромец. Так что... В церковь-то все равно надо ходить.
Все, Георгий, если они там не пускают, встали в дверях, а ты тогда сядь дома и сиди, занимайся. Не ходи. Ничего не будет. Надо взвешивать это. Даже если в храм не пускают, не ломися. А когда лучше будет, ты скажи, мне так тоскливо, я в храм не хожу, ну что ж такое-то? Ну и уговори. Ну везде надо подход иметь, а не так, что ломиться дуряком. Да еще ж получится-то. Да кто такой? У тебя какой рост в высоту? 175, наверное. 175, а вес сколько? 50. Ну, у тебя хороший вес так. А кто ты по нации? Отец, мать, кто? Русские. Русские, значит. Ну, тебе тем более хорошо. Все у тебя в норме. Пост идет. Ну, они скажут, другого нет. Скажут, ну, хлеб один я с водой поем, и все. Пост не нарушай никогда, что бы они ни говорили. Скажи, тело мое хорошее, на глазах у них гимнастикой позанимайся, смотри. Когда пост наступил, я на корабле, когда работал, ну, она подошел, кажется, капитан и говорит, вот вы поститесь, а тут канаты надо таскать и прочее, за кнехт хватать. Ну, куда вы угодно, а я с отпуска вернулся. Я тогда взял двухпудовую гирю-то и с нею поднялся, там, помню, так вот, у меня я сильный был очень. А тут молодые ребята, крепше меня, я говорю, пускай они это сделают, никто не сделал. Капитан махнул рукой, ну, тогда ладно. Я ему делом показал. Я пощусь, а у меня силы полно. Сейчас-то не такое я, а требье. Ну все тогда, Георгий. С Богом. Я рад, что я тебя посмотрел. Зря лишний раз не приходи. Я очень занятый. Отошел.